Маска, золотая маска. Да вы получаете в комплекте не одну. Смотрите, какой богатый улов вы сегодня забираете. Сразу 5 масок. И эта маска золотая. Это маска мгновенного действия. Альгинантная золотая маска. Ну что ж, давайте поделимся. Расскажите, пожалуйста, Татьяна, в чем уникальность этой маски? Почему она так называется, интересно, альгинантная? Друзья, это маска премиум-класса. Премиум-класса. Это профессиональная косметика нового поколения, которую сегодня есть возможность использовать и попробовать, опробировать на собственной коже в домашних условиях. Альгинатная она, потому что содержит альгинат натрия, особое вещество бурых морских водорослей, которое производит только водоросли, и этого вещества нет в наземных растениях. Альгинат натрия улучшает обменные процессы, лечит нашу кожу, оздоравливает, делает ее свежей, защищает от повреждающих факторов внешней среды, нормализует минеральный обмен кожи. Кроме того, в альгинатной маске присутствует второе вещество, которое называется диатомид, или диатомовая земля. Что знаете, нам что это дает? За компонент? Нет. А он тоже морское происхождение имеет. Это горная порода, которая образовалась в результате отмирания водорослей одноклеточных, которые жили миллиарды лет назад. Миллиарды лет назад они прекрасно очищают нашу кожу. Все дары моря, все дары океана сегодня с компанией «Литераль». Вы получаете сразу 5 масок. И что у нас это? Комплексное использование? Вообще как посоветуем Значит, использовать? Комплексное использование. Я еще должна сказать, что кроме альгината и диатомита там есть самое дорогое, что у нас это? Есть. Это дорогая оправа для нашей красоты. Так. Это ионы золота. Это коллоидное Настоящее золото. Ну, Ольга... Если все натуральное, это ионы золота, которые катализируют процессы восстановления молодых клеток в коже. Слушайте, с ума сойти. Это регенерация кожи. Это возрождение кожи вот с помощью этой маски. Эффект виден сразу после получения одной маски. Причем он настолько откровенен, что это видно не только тем, кто наносит маску, всем окружающим. Уже и вы радуетесь отражению Конечно, собственно, мы зеркале. Подскажите, Татьяна, как мы будем использовать все 5 подряд или раз в неделю? Какой вообще Знаете, эффект регламент? От применения маски сохраняется 3-4 дня. Поэтому маску можно использовать один раз в 3-4 дня и проводить ее курсом. От 5 до 10. Вот минимальный курс это 5 масок. Эффект виден для быстрого восстановления кожи, выхода в свет, на важное свидание. Уже после первой маски. Уже после первой маски вы готовы выйти в свет. В полной своем великолепии и красе. Возрождение кожи для тех, кто любит самое лучшее, выбирает для себя. Ну что, что получает кожа и что есть в составе, что так воздействует на нашу кожу? В первую очередь, это альгинат натрия, который восстанавливает водный баланс кожи, разглаживает кожу, снабжает кожу микроэлементами, не вызывая аллергии, что очень важно. Мы получаем питание кожи, мы убираем морщины, мы подтягиваем контур овала лица, и мы делаем нашу кожу сияющей. Вот сияющая кожа. Это ваша кожа будет ощущение. Сиять. Самое главное, успеете дозвониться. Звонки все абсолютно бесплатные. Набирайте наш номер телефона. И, кстати, можете звонить нам в прямой эфир. Но я уже посмотрю, наша модель уже готова. Мы прямо сейчас хотим перейти к модели Елене, которой нанесли за 20 минут до начала эфира, чтобы маска уже схватилась, чтобы она подействовала. Вот, посмотрите. Слушайте, какая красота. Вообще впервые вижу. Посмотрите, какая прелесть. Она уже просидела 25-30 минут, и маска полностью запластифицировалась. Теперь мы легким движением руки попытаемся снять с Лены старую кожу, а под ней новая, обновленная, красивая Лена. Все старые клеточки остаются на маске. Сейчас я должна взять водичку, обратите внимание, и намочив просто пальчики или тампончик, если он у вас есть под рукой, вот эти, смотрите, в домашних условиях это может быть просто рука. Мы же сейчас с вами моделируем домашние условия, чтобы вы могли это сделать дома. Легко немножечко вот самый край маски смазываем водичкой, чтобы она у вас хорошо отошла. Хорошо отошла вот эта масочка. Вот мы смазали ее замечательно водичкой. А теперь... Так, и что? Теперь посмотрите, я подойду и начну потихоньку эту маску снимать. Вот таким образом.
Сначала тихонечко с области шеи и области декольте. Потихонечку. Я как бы подбираюсь пальчиками к этой маске. Смотрите, обратите, пожалуйста, внимание. Она застывает, и вот что с ней происходит, да? Вот я ее снимаю. Вот. Оп. Слушайте, оп. Впервые я вижу такое. И теперь мы то же самое делаем. Маску с области лба. Аккуратненько. Вот здесь надо, когда вы накладываете масочку, смотреть так, чтобы волосики у вас оказывались все под шапочкой. Тогда маска будет отходить очень аккуратно. Так, тем временем я напоминаю, что это целый комплекс масок. Вы получаете не одну, вы получаете в комплекте 5 масок, золотых масок, которые работают над вашей красотой. Опа. Посмотрите. Внимание, Ольга, мы получили обновленную Лену и слепок ее лица. С ума сойти! Слепок лица, старая кожа у меня в руках, новая на Лене. Лена, ваши ощущения? Ощущения потрясающие. Энергия, подтянутость, восторг. Шикарно. Знаете, очень подтягивает кожу. У меня была проблема, я за последние 3 месяца похудела на 22 килограмма. Лицо оплыло. Кожа обвисла, но сейчас я чувствую, она встала на место, как 10 лет назад. А теперь вы не поверите, я тихонько шепотом скажу нашей Елене за 50. Зеркало. И она, видите, как помолодела? Один раз мы сделали маску. Лене не 30, Лене не 40, Лене за 50. А вы хотите получить такой мгновенный результат? Заказывайте прямо сейчас.